Счастливые улыбки, легкое волнение и красно-зеленые треугольники в руках. В день рождения пионерская организация приняла в свои ряды самых активных – 200 школьников со всего города. Поздравить подрастающее поколение с этим важным событием пришли родители и учителя. Линейку открыла пионерская дружина 3-й гимназии. Затем вынесли знамя. Пока еще октябрята торжественно пообещали любить свою родину, быть добрыми, честными и справедливыми. Всегда следовать уставу и традициям. Почетные гости повязали новой смене галстуки – символ сопричастности каждого пионера к делам организации. Юные бобруйчане не скрывают радости. Теперь они настоящие пионеры. У каждого свое понимание того, кто это такие. Пионеры, они помогают людям, если они попали в беду. И они должны всегда быть рядом. Если они рядом, они не должны проходить мимо, если кому-то нужна помощь. Пионер должен быть честным, справедливым, внимательным. И я горжусь, что я теперь пионер. Я хочу защищать свою родину. Я хочу отдать ей должное. Я хочу помогать всем людям. Вот почему я захотел стать пионером. Я очень мечтал, и я осуществил свою мечту. Пионеры – это очень почетные люди. Они всегда придут на помощь друг другу. Они вместе дружат, ходят в походы и... И я считаю, что все должны равняться на них. Творческие коллективы Центра доп. Образования детей и молодежи сложили цветные пазлы с символикой БРПО и государственным флагом. Праздник было видно с высоты птичьего полета. Новоиспеченные пионеры проявили свои танцевальные навыки в объединяющем флешмобе под руководством педагогов центра. Рядом с центром расположилась творческая пионерская выставка и фотозоны. Мальчики и девочки пополнили экспозиции своими рисунками, как в песне «Мелом на асфальте». Сегодня, в 30-летие БРПО, мы организовали для ребят праздник «Пионерский Арбат». Мы хотели подарить им счастье, огненное шоу, наполнить их жизнь настроением, придать им бодрости. Пионерия существует в 11 странах мира. В Беларуси она растет и развивается больше, чем где бы то ни было. В октябрята и пионеры вступают в каждой школе. Анастасия Похлестова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.